И в продолжении темы, на 2000 осужденных в Омской области стало меньше из-за амнистии. Об этом на подведении итогов за полугодие 2015-го сообщил начальник регионального УФСИН Сергей Корючин. Амнистия связана с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне и коснулась тех, наказания для которых не связано с реальным лишением свободы. Также освободили более 250 человек из колонии, а 69 на свободу вышли из СИЗО, так и не дождавшись приговора. Всего, согласно постановлению, по постановлению Госдумы, стены исправительных учреждений региона покинут почти 3000 осужденных. Таким образом, за решеткой сейчас живут около 11 тысяч преступников. Среди них 43% отбывают наказание за совершение умышленных тяжких преступлений, около 50 умышленных особо тяжких, 22% заключенных приговорили повторно, 58% третий раз и более.